Добрый день, дорогие слушатели! Тема нашей сегодняшней лекции – рамочные компоненты художественного текста. Мы рассмотрим вопросы, как и в каких направлениях литературной теории исследовались рамочные компоненты текста художественной литературы в России. Определим сегодняшнее состояние исследования данной проблемы, рассмотрим методологические задачи, которые стоят перед литературной теорией в данное время. Мы рассмотрим сегодня следующие вопросы. Первый. Теоретическое определение рамочного комплекса в свете исторической поэтики. Второй. Рамочные компоненты в работах теоретиков литературы в 30-х-90-х годах XX века. Третий. Исследование рамочного текста в свете новых теорий в конце 20-го, начале 21 века. Четвертый. Полифункциональность рамочного комплекса и проблемы его изучения в новейшей литературной теории. Культурный код рамочного комплекса. Литературная теория сегодня рассматривает понятие культурного кода художественного текста намного шире. В сферу ее интереса вовлекаются все компоненты произведения, даже такие, как рамочные. Почти все произведения литературы имеют заголовочный комплекс. Этот комплекс отделяет основной корпус текста от рамочного, под которым понимается целая система компонентов. Они оформляют начало и конец текста. Понятие «рамочный текст» в литературную теорию вошло с конца XX века. Под этим термином понимается весь комплекс рамочных компонентов в конкретном тексте. Исследование рамочных компонентов получило теоретическое определение уже в работах Дмитрия Сергеевича Лихачева в литературной теории 30-х годов XX века. Рамочные компоненты в 30-х годах исследовал Сигизмунд Коржановский. Основное внимание было направлено на рассмотрение рамочного текста, существовавшей в то время традиции исторической поэтики. В 90-е годы XX века работы Коржановского были переизданы, а исследование рамочных компонентов вышло на новый уровень. Методологические проблемы изучения рамочного комплекса. Несмотря на то, что эти компоненты текста изучаются давно, в литературной теории все еще не существует общего методологического подхода к их анализу. Разные школы и направления литературной теории определяют свои подходы к этому комплексу, рассматривают его как часть композиции, структуры текста, исследуют как компонент смысла идейно-художественного содержания. Изучают интертекстуальные уровни. Новые теории текста и читательского восприятия расширяют и усложняют методы исследования рамочного комплекса. Выборочный анализ рамочных компонентов. В русской литературной теории интерес к рамочным компонентам художественного произведения обозначился во второй половине XX века. Период увлечения проблемами структурализма в России. Однако исследование рамочных компонентов литературного произведения носило выборочный характер. Обычно внимание уделялось идеостилю писателя. Анализ ограничивался заголовочным комплексом. Исследование рамочных компонентов художественного произведения как части единого художественного целого только в конце 20-х, начале 21 века стало возможным в русской литературной теории,
так как появилась возможность объединить и внести в общий исследовательский арсенал западноевропейские теории и работы русских теоретиков. Рамочный текст как диалог. В литературной теории традиционно закрепилось деление литературного произведения на основное и рамочное. Принято считать, что рамочные компоненты являются областью присутствия автора. Изменение заглавия или подзаголовков показывает, как меняется авторская стратегия, как происходит окончательное оформление авторской идеи, закрепленной в заглавии. Теоретическая поэтика сегодня оперирует такими понятиями, как текст, метатекст, гипертекст, горизонт ожидания читательского восприятия и так далее, которые расширяют и углубляют функции рамочных компонентов, показывают их не только как часть художественного текста, но и автономного текста, направленного на диалог с текстами других авторов. Функции рамочных компонентов в таком понимании усложняются. Принцип отграниченности. Рамочные компоненты являются частью художественного текста, одновременно указывают на место данного текста в литературном ряду, имеют отношение к жанровым и национальным традициям, включаются в исторический контекст. К основному признаку текста художественного произведения относится отграниченность. Даже самый небольшой текст имеет начало и конец. Каждый текст отграничен от других текстов. Принцип отграниченности оформлен специальным рамочным комплексом. К заголовочному комплексу относятся имя или псевдоним автора, заглавие, подзаголовок, посвящение, эпиграф. Далее следует предисловие автора, примечания, которые могут быть расположены в разных местах текста, в конце – на полях. Их расположение зависит от воли автора. В конечный рамочный комплекс входит послесловие, заключение, постскриптум. Количество рамочных компонентов может быть произвольное. Наличие рамочных компонентов, их расположение зависит от многих факторов – литературной традиции, авторского намерения. Это замечание относится и к определению последовательности их расположения в тексте. Полифункциональность рамочного комплекса. Роль рамочных компонентов в тексте полифункциональна. Долгое время они считались только техническими средствами оформления текста. Рамочные компоненты текста относятся к структуре текста. Они организуют текст, придают ему завершенность. Их роль особенно важна в произведениях со сложной композицией. Лермонтов – герой нашего времени. А также в драматических произведениях, в которых авторским ремаркам уделяется особое внимание. Многие классические тексты русской литературы XIX века обильно снабжены рамочными компонентами. Это названия глав и подглав, эпиграфы, предисловия, послесловия, примечания автора, ремарки, редакции, варианты, черновые записи. Рамочные компоненты в текстологии. Русская текстологическая наука достигла значительных успехов в их изучении. Однако задачи этой науки сегодня настолько расширены, что требуют выработки совершенно новой методологической базы. В этой конкретной науке еще много спорных моментов. До сих пор не установлен текстологический статус комментария и примечания. Все эти компоненты структуры рамочного текста имеют далеко не только формообразующий смысл. Рамочные компоненты являются частью структурного единства текста и приобретают структурно-семантическую цельность только в движении по тексту. На них распространяется закон обратной связи – гей. Этот закон гласит, что понять полностью смысл заглавия – произведение
Можно только после прочтения текста до конца, вернувшись к его началу. У текста своя природа, свои особенности. Визитная карточка текста. Заглавие – визитная карточка произведения. Обычно это первая строка, которая графически выделена и предпослана основному тексту. В прозе XIX века заглавия приобрели более емкий эстетический смысл. По мере того, как углубилось представление литературной теории о структуре и специфике художественного текста, особенно в начале XX века, рамочным компонентам стали отводить большую роль, рассматривать их как часть единого художественного целого. Предпосылкой такого отношения к рамочным компонентам была тщательная работа авторов над компонентами текста. Наиболее часто исследуются заглавия, но даже этот теоретический аспект все исследован не в полной мере. Классификация заглавий. В литературной теории на данный момент существует традиционная классификация заглавий, которая может быть дополнена и расширена. Темы заглавий определяются по тематическому признаку, системе персонажей, временем и местом действия. Особую группу составляют заглавия аллюзии, цитаты, символические, метафорические и так далее. Эти типы заглавий не изолированы друг от друга и могут переходить один в другой. Каждая из этих групп рамочного комплекса может быть исследована отдельно. Первое. Заглавия тематические. «Преступление и наказание» – Достоевский. «Отцы и дети» – Тургенев. «Война и мир» – Толстой. Расширение плана темы может происходить по кругу движения, по тексту, как и переход заглавия в другую категорию – символический, метафорический и так далее. Второе. Заглавия сюжетные делятся на фабульные – «Человек в футляре» – Чехов, кульминационные – «После бала» – Толстой. Третье. Заглавия персонажные – «Господа Головлёвы» – Щедрин, «Братья Карамазовы» – Достоевский. Четвертое. Заглавие с обозначением времени, пространства. 93-й год, Гюго, Петербург, Белый. Интерпретация заглавий. Интерпретация заглавий может быть продолжена читателем. Зависит от его подготовки и интересов. Можно сказать, что интерпретация бесконечна. Сложнее обстоит дело с научной интерпретацией, при которой исследователь ограничивает себя рамками анализа, выбором интереса. Особенно многослойные в смысловом отношении заглавия текстов современных авторов, в которых важную роль играет подтекст. Юрий Лотман отмечал, что заглавие может быть автономно по отношению к основному тексту. Разные уровни их расположения обозначил как текст, метатекст. Ламзина считает, что современное оглавление не только позволяет читателю заранее узнать, какие темы раскрываются в данном произведении и как они связываются в единое целое, но и нередко укрупняет масштаб, переводит повествование из сюжетного плана в образно-символический. Текстологический анализ вариантных заглавий. Текстологический анализ рамочных компонентов может показать процесс создания заглавия. Обычно оно оформляется постепенно. Так, например, метод паратекстуального анализа рассказа Толстого «После бала» устанавливает несколько вариантов заглавия рассказа. Отчерк Николай Палкин, рассказ о бале и сквозь строй, дочь и отец и, наконец, окончательный вариант «После бала». Промежуточные заглавия формировали отдельные фрагменты художественной структуры текста, постепенно становились компонентами единого целого. В процессе работы эти части даже менялись местами, но только окончательный вариант исключил временные смысловые значения, приобрел глубокий метафорический смысл,
С тем, что пережил герой после бала, ему придется жить дальше. Заглавие с усложненной семантикой. Для русской литературы этого времени характерны образные заглавия с усложненной семантикой. Заглавие – это сильная позиция текста, которая обладает метатекстуальной природой, объединяющей начало и конец произведения. Так, например, прочитав повесть Гоголя «Нос» до конца, читатель уясняет, что данное заглавие нужно читать с конца. «Сон» объясняет неправдоподобность и одновременно достоверность ситуации, которая произошла с героем. Иногда заглавия кажутся совершенно нейтральными. Так, заглавие романа Толстого «Анна Каренина» можно считать назывным. Однако в нем, если рассматривать его с точки зрения структурно-семантического значения рамочного текста, выделяется главное слово, имя героини, а также слово-сигнал Каренина. Все беды героини происходят от того, что она не просто Анна, а жена Каренина, замужняя женщина, у которой есть обязанности перед семьей. Рама заглавия в романах Достоевского. Так, заглавия романов Достоевского обладают многообразными интертекстуальными, метафорическими и эстетическими нагрузками. Можно выделить заглавие антитезу «Преступление и наказание». Основной текст противопоставлен рамочному тексту, как бы опровергает его. Чаще всего заглавие приобретает метатекстовый смысл «Братья Карамазовы», для раскрытия которого необходимо обращение не только ко многим сторонам текста, но и к общему философскому, социальному, культурологическому слоям эпохи, к фактам жизненной и творческой биографии писателя. Это бедные, духовно богатые люди, записки из мертвого дома, в котором живут живые люди. Явная или скрытая антитеза зачастую заявлена в заглавии как двигатель, первоисточник движения сюжета. Рамочный комплекс в лирических произведениях. В лирических произведениях и циклах часто отсутствует заглавие, а его функцию выполняет первая строка. Посвящение обычно предпослано определенному лицу. Этот рамочный компонент возникает в античные времена. С тех пор долгое время считался украшением титульного листа книги. Оно носило комплементарный характер, выражало благодарность меценату, было данью вежливости значительному лицу, покровителю автора. Долгое время рамочным компонентам придавался формальный смысл. Такое положение характерно для функции посвящения западноевропейской литературе XIV-XVIII веков. Посвящение характерно для интимной лирики, любви и дружбы. Такое значение имело в романтической лирике XIX века. Заголовный комплекс лирических произведений также характеризуется своими типологическими особенностями. Заглавие – первая строка стихотворения. Заглавие со звуковой модуляцией – «Рубцов утро». Это слово разбросано по всему тексту и образует его повтор. Заглавие – диалог, цитация, реминисценция, перекличка с другим автором. Функция посвящения в лирике. В лирических произведениях и циклах часто отсутствует заглавие, а его функцию выполняет первая строка. Посвящение обычно предпослано определенному лицу. Этот рамочный компонент возник в античные времена. С тех пор долгое время считался украшением титульного листа книги. Оно носило комплементарный характер, выражало благодарность меценату. Было данью вежливости значительному лицу, покровителю автора. Долгое время рамочным компонентам придавался формальный смысл. Такое положение характерно для функции посвящения
в западноевропейской литературе XVII-XVIII веков. Посвящение характерно для интимной лирики, любви и дружбы. Такое значение имело в романтической лирике XIX века. Заголовочные рамочные компоненты в лирике. Заголовный комплекс лирических произведений также характеризуется своими типологическими особенностями. Заглавие – первая строка стихотворения. Заглавие со звуковой модуляцией. Рубцов «Утро». Это слово разбросано по всему тексту и образует его повтор. Заглавие «Диалог». Цитация, реминисценция, перекличка с другим автором. Ремарка в драме. В драматических произведениях важную функцию выполняют ремарки. Известно, что Антон Павлович Чехов вкладывал в свои ремарки художественный смысл. Зачастую создается впечатление, что ремарка Чехова предназначена не режиссеру, а читателю. Например, в ремарке к «Вишневому саду» читаем: «Слышится отдаленный звук, точно с неба звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. Наступает тишина, и только стучат топоры по дереву». Так Чехов передает прощание с «Вишневым садом», опустевшим дворянским гнездом дворянской России. Сопоставительный анализ вариантов заглавия. В первоначальной редакции «Повесть тишины» название акцентировало личностный план, носило также обобщенный характер, определяющий скорее социальный статус персонажа. Фамилия и имя героя не были предметом интереса автора, хотя и в первой редакции им отводилось важное место. Первоначально заглавие звучало «Повесть о чиновнике, крадущем шинели». В заглавии была поставлена реальная ситуация, и только декодировка повести в финале приобретала значение возмездия после смерти. Сопоставление рамы заглавия первой и второй редакции повести показывают их отличие не только на уровне структуры текста, но и формирование авторского замысла от образа чиновника к образу вещи в ее конкретном и обобщенном идейно-художественном значении. Функция эпиграфа в творчестве Александра Сергеевича Пушкина. В эпоху романтизма особенно популярны были эпиграфы. Обычно это были цитаты из других литературных или философских произведений, которые выражали суть основной темы, предваряли читательское восприятие. Известно, что Александр Сергеевич Пушкин часто пользовался эпиграфами. В каждой главе «Капитанской дочки» Пушкин подбирал эпиграф, который раскрывал основной смысл данной главы. Пушкин углубил смысл эпиграфов, наполнил их глубоким художественным смыслом. В главе «Крепость» Пушкин использовал сразу два эпиграфа – слова солдатской песни и строчку из «Недоросля» Фонвизина. Повести «Станционный смотритель» Пушкин предпослал эпиграф из стихотворения Петра Вяземского «Коллежский регистратор почтовой станции «Диктатор». Этот эпиграф часто рассматривали как иронию. Какой же диктатор Самсон Вырин, маленький человек, которого обижают и унижают? Однако именно отец диктует дочери форму поведения, навязывает правила игры, заставляет выполнять роль полноправной хозяйки, которая и ведет к совершению необдуманного поступка. Потому Пушкин наказывает Вырина и дарит счастье дочери. Подтекст рамочных компонентов бывает очень сложен. Он более глубок, чем кажется на первый взгляд. Читатель задумывается над тем, почему автор называет его диктатором, а по ходу движения данного индексального знака в тексте убеждается, что он не так уж прост. Вырин манипулирует поведением дочери, хитрит, пользуется ее красотой. Именно он диктовал дочери правила поведения. Они вошли в привычку.
Интертекстуальность рамочного комплекса. Таким образом, художественный текст, функционируя одновременно и как отдельное произведение, и как часть литературы вообще, вступает в диалогические отношения не только с читателем, но и с другими текстами. Внутри текстовый смысл приобретает аллюзивные заглавия, эпиграфы, цитаты, жанровые подзаголовки, подразумевающие наличие определенного литературного ряда. Рамочный текст подчеркивает открытость границ текста, его соответствие текстам других авторов. Уже для русской прозы XIX века характерно совершенно новое качественное отношение к функции предисловия. У большинства русских прозаиков предисловие является частью единой художественной системы. Пушкин, Лермонтов, Достоевский. Авторская маска рамы предисловия романа Достоевского «Братья Карамазовы». Так, предисловие к роману Достоевского «Братья Карамазовы» имеет художественный смысл. Предисловие написано Достоевским уже после завершения романа. Этот рамочный компонент озаглавлен от автора, но сам стиль, разговорная форма, частое обращение автора к читателю и критикам указывают на авторскую маску. Работая над подготовкой романа к изданию, редакторы обратили внимание на отношение Федора Михайловича к рамочным компонентам. Заботясь о строгом равновесии романа, Достоевский решил разделить его на 4 части с дальнейшим делением каждой из них на 3 книги, особенно озаглавленные, а книги на главы, снабженные также самостоятельными заглавиями. Важным моментом изучения рамочных компонентов являются внутритекстовые функции каждого из них. При этом рамочные компоненты целесообразно рассматривать не по отдельности, не автономно, а в их связи друг с другом и с основным корпусом текста. Рамочные компоненты романа «Братья Карамазовы» Федора Достоевского. Рассмотрим некоторые элементы рамочных компонентов в романе Достоевского «Братья Карамазовы». Роман назван по семейному признаку «Братья Карамазовы». Однако заглавие первой книги романа «История одной семейки» словно противопоставленное библейскому «Святое семейство» еще более акцентно, иронически звучит подзаголовок «Старый шут». Многообразие смыслов практически не поддается анализу. На данную сторону текста указывают известные структуралисты Кристева, Успенский, Лукин. Уяснению основного смысла заглавия помогает интертекстуальное прочтение данных рамочных компонентов в сопоставлении с другими компонентами литературного ряда. Так называемая контекстуальная форма анализа. Если воспринимать заглавие как свернутый текст, то полемичность рамочного текста по отношению к рамочному тексту других авторов обнаружится и в нем. В романе «Братья Карамазовы» отразился кризис духовности эпохи, разложение дворянской семьи. Уже в заглавии чувствуется полемика с заглавиями романов других авторов. Господа Головлёвы, Щедрина, Обломов, Гончарова, Отцы и дети, Тургенева. Диалог рамочных заглавий. Большинство русских романов XIX века были полифоничными, многотемными. Известна генетическая связь Ивана Карамазова с Базаровым. Исследователи Каялович указывают на связь между образом Иудушки и Федором Карамазовым. В романе, кроме семьи Карамазовых, представлены семьи Снегирёвых, Миусовых, Поленовых, Хохлаковых, то есть даны варианты типа случайного семейства. Рама заглавия вступает в диалог как с предшествующей, так и с современной ему литературой. Понятие диалога толкуется по-разному, однако в контексте литературного ряда в нем явно выражен рецептивный аспект. Большие художники всегда придавали заглавию всеобъемлющий характер.
Полемичность с вышеназванными авторами лежит в выборе заглавия. Роман не назван «Господа Карамазовы» по аналогии с господами Головлевыми Щедрина. Хотя в рукописных вариантах Федор Павлович иногда именуется помещиком. Давнишняя полемика с Щедриным усматривается и в том, что господа Головлевы открываются главой «Семейный суд». Роман Достоевского «Судом над семьей» заканчивается. Иудушка Головлев, несмотря на прямую вину в смерти трех своих сыновей, фактически не совершил преступления. Здесь отец одолел детей. У Достоевского дети одолели отца. В большей степени был бы оправдан вариант заглавия «Отец и дети». Ведь именно отец олицетворяет карамазовщину, но преимущественно отдается детям. Небезынтересно отметить, что у писателя были наброски к неосуществленному замыслу романа «Отцы и дети». Не назван роман и Карамазов по типу обломов Гончарова. Хотя в предисловии романа он говорит только об одном герое – Алёше. Его в выборе заглавия интересует новое поколение, но не такой радикальной степени, как в романе Чернышевского «Что делать?». В финальной сцене романа делается акцент на тему братства и в меньшей степени по семейному признаку. Обращение Алёши к мальчикам, молодому поколению, имеет проповеднический характер. Написана эта сцена в жанре литургической литературы и так далее. Как видим, такое углубленное погружение в многоуровневую структуру текста дает возможность лучшего понимания художественной ценности текста, подкрепляет традиционный художественный анализ. Видоизменение функций рамочных компонентов в новейшей литературной теории. Рассмотренные аспекты рамочного текста являются сторонами внутренней интерпретации произведения. Они обладают одним общим свойством. Они мотивированы самим текстом. Историческая поэтика предполагает резкий парадигматический сдвиг качественных доминант элементов рамочного текста, неравнозначное взаимодействие элементов. Функции рамочного текста особенно видоизменились в основах анализа постмодернистических текстов, в которых выражены обрывки других художественных кодов, цитатность, фрагментарность. Знание основной теоретической базы рамочного текста, современный теоретический синкретизм, поможет литературоведам широкого профиля. Итак, мы с вами изучили тему «Рамочные компоненты художественного текста». Уяснили, как менялось отношение к рамочному комплексу в литературной теории и какие современные методы исследования применяются в анализе рамочного текста.